Ничего, давай. А давай корыто, наверное, поставим. На нос. Назад. Нет, на нос, наоборот. Нос, но, чтобы вперед поднять. Вор рыбы наловили, бля. Сейчас мы оттолкаем ее. Так нам же не рыба нужна. Нам, в принципе, сам процесс. Экстрим, блядь. Да. Рыбак. Там веревка. Да, смотри, какие вещи, блядь. Где там веревка, что-то под низ попала, блядь. Да, вон! Подожди, сюда, подожди. Ой, нет, сейчас, блядь. Надо развернуть перед. Чего я и хочу перед. Давай сам иди. Пол задом. Сзади. Надо эту палку взять. А палка, я не знаю. Вот здесь. А нет, сейчас без палки там растаялось. Все равно палка нужна. Сейчас как будем отталкиваться? Ну, палку-то я не знаю, куда ее делать. Вот она лежит. Где? Вон она, в сердце. А, ну все. Вон еще рыбаки плывут, бля. А этот шест что? А? Не, надо палку какую-то, бля, правда. Ну, тащили. Ну, я не знаю, куда его делить. На, хохол. Вон плывут еще одни рыбаки, блин. На вечерний клев. Нет, правда, блядь, где дрын? Да не уточню. Как же мы без дрына? Сейчас отталкиваться даже от берега. Вот этим отталкиваться. Вон там местные пошли, да вон он лежит, туда в затон, что-то хотят после нас еще половить. Там прикормленные лунки, вон двое пошли, не знаю, что они там наловят, но во всяком случае у них еще время хватает.